Всем привет! Сегодня, будучи я на работе, я решила сделать небольшое видео о моих недостатках. То есть не то чтобы недостатках, а о том, что мне не нравится в себе. И это видео не с целью того, чтобы, боже мой, пожалейте меня, какая я бедная, сделайте мне то, скажите мне приятные слова. Нет. Я просто хочу вам поделиться тем, что я, как и многие люди, не особо люблю себя, не могу себя полюбить окончательно на все 100%, и у меня тоже есть такие задвиги в том, что что-то не так, что-то нестандартно, что-то не как у всех. И да, я решила это записать такое небольшое видео. Я надеюсь, вам понравится, и, может быть, вы напишите в комментариях, что вам тоже не нравится в себе, или, может быть, что-то у меня совпадет вместе с вами. Будем на это надеяться, а лучше не надеяться, лучше как-то это нужно исправлять. Итак, начнем. Первое, что мне не нравится в себе, это мои руки. Они у меня детские. Мне это и нравится, и не нравится. Я думала, что у меня будут, не знаю, подлиннее пальцы, чтобы я могла носить кольца, потому что с такими пальцами кольца их укорачивают. И они становятся еще менее детскими. И да, мне это не особо нравится, но при этом, ну, какие есть, нужно это любить. Далее мне не нравятся мои ногти, их даже не видно. Они у меня, если растут, то очень-очень долго и сразу ломаются, и в итоге они у меня, вам не видно, сейчас. И в итоге они у меня вот такие маленькие, они у меня сейчас накрашены, даже ничего не видно. То есть они мне полностью, не знаю, укороченные. Я просто, я не в восторге от них, честно. Я пыталась что-то сделать, я их мазала всем, чем можно, но они все равно у меня не растут. Далее мне нравятся мои волосы. Они у меня очень сухие, они у меня чересчур пушистые. И эта пушистость дает то, что они начинают сечься, секутся. И когда я причесываю себе, у меня просто вот такой клок волос, и они просто лезут, и мне это не нравится. Я бы хотела там какие-нибудь прямые волосы. Также они у меня не растут. Я их обстригаю, да, мне говорят, нужно обстригать, ходить в салон либо дома. Я это делаю, но они все равно не растут. Они прекратили расти уже как лет 10. И я всегда хотела, чтобы они были шелковыми, гладкими и хотя бы были до пояса, но они никак не растут. Я не знаю, что с ними делать. Если у вас есть в друзьях или вы парикмахер, посоветуйте что-то, потому что они вообще не растут, там какие-то витамины. Я думаю купить витамины для роста волос, но я не уверена, поможет или нет. Следующее, что мне не нравится, это мой нос. Мне кажется, он слишком большой, мне бы хотелось более аккуратный нос, но на ринопластику я не хочу, потому что боюсь, что наоборот его испортят. Я смотрела, как у блогерши Анастасии Швагиной испортили нос, я очень переживаю за это. Поэтому, наверное, пластику я не согласна, но что-то как-то, может быть, можно его уменьшить, я не знаю. Что еще? Мне не нравится мой голос. Мне кажется, он не особо женственный, и я, конечно, могу быть, как бы, регулировать свой голос от детского до более грубого, взрослого, но мне все равно не нравится. Сколько бы я ни привыкала к нему, он мне не нравится. Что еще? Мне не нравится моя фигура. Мне нравятся мои широкие плечи, потому что у меня не спадают рюкзаки, у меня не спадают лямочки различные. Но мне не нравится, как я выгляжу. То есть я полноватый человек по жизни. Я в детстве была очень худой, но потом я стала полнеть из-за гормонального сбоя. Где-то 12-13 лет. И мне не нравится то, что у меня полный, и из-за этого они кажутся маленькими, то есть не длинными, а короткие ноги. Мне это категорически не нравится. Я знаю, есть операции по удлинению ног, но это очень больно. И поэтому мне нужно просто худеть, а диеты я не могу сейчас делать, потому что у меня очень сильно все болит, и поэтому нет, это не мое. Что еще? Мне не нравятся мои зубы. Я никогда не улыбаюсь зубами практически. С одной стороны, мне не идет улыбка с зубами, а с другой стороны, у меня неправильный прикус. И мне бы вообще по-нормальному брекеты поставить, потому что один зуб у меня был самый последний, который вырастал, и он у меня не поместился, и он находится вот сейчас, вот здесь. Он мне не поместился, и он мне пошел внутрь расти. То есть, когда я о нем не говорю, я его не чувствую. Но это все равно, это незаметно, но это немножко неприятно. И просто у меня вот эта вот челюсть нижняя, она немножко идет назад,
и передняя, то есть верхняя челюсть на нее так нависает, из-за этого получается там сосколы, и приходится ездить к стоматологу и заделывать дырки. Это минус. Это я не люблю, и да, ты можешь сделать брекеты, но, к сожалению, у меня сейчас нет средств для этого. И я боюсь, что если я сделаю брекеты хотя бы на одну сторону, то у меня просто сместится все. У меня и так все смещено, и тут еще хуже будет. Мне не нравится моя кожа. Во-первых, я смуглая, но я люблю белое. То есть я бы хотела быть бледной, но я не могу это сделать, потому что у меня, во-первых, это будет не идти, как и светлый цвет волос, скорее всего, и просто она склонна к тому, что она постоянно на ней акне. У меня сейчас здесь, везде акне, но вам будет не видно, конечно. Вот. И у меня раздражение постоянно на коже, и мне это совершенно не нравится. Что еще? Мне не нравится то, что у меня есть кривенький пальчик на ноге. Это вина докторов, когда я рождалась. То что-то скрипнуло. То у меня, как это сказали, палец запутался, и они могли его вправить, но родители сказали, что ребенку не нужно чувствовать эту боль. И да, вроде бы это плюс, но при этом, когда я покупаю обувь, я меряю левую ногу, у меня в порядке все, на правой мне что-то не так, жмет или не жмет, или свободно, поэтому это мне тоже не нравится. Что еще? Иногда мне не нравится мой характер и поведение, но это уже более углубленное такое, это можно поменять. Это можно как-то исправить, что-то с этим сделать. А так, это вроде бы практически все. Ну и рост. Мне тоже кажется, что я довольно-таки низкая. Рост, как у японки. Они все низенькие в основном. И мне это не нравится. Мне бы хотелось быть чуть-чуть повыше. Я думаю, если бы я была чуть повыше, у меня бы масса тела бы рассосалась, так скажем. И было бы намного лучше. Что еще? Вроде бы все. Что мне не нравится во мне, и я полностью не люблю свое лицо. То есть я не замечаю сходства, чтобы я была похожа на кого-то из родителей. То есть ни на кого я из них не похожа, как по мне. И я не люблю селфи, но я их делаю, чтобы пытаться полюбить себя, и мне не нравится мое лицо. Потому что у меня щеки вот здесь, вот, они большие, и они вот здесь провисают, и получаются вот такие полосы, и мне вот щеки мои вообще тоже не нравятся. Я бы хотела как-то подтянуть это все. Они у меня всегда такие большие, я не знаю, что с ними делать, и есть только колоть или подтягивать. Все. Что еще? Вроде бы я обо всем сказала, что во мне не нравится. И поэтому я очень редко снимаю видео с своим лицом, потому что мне неприятно смотреть на себя. Я чувствую себя не самым красивым человеком, хотя многие могут говорить, нет, ты красивая, но я не вижу в себе красоту. И я люблю себя примерно на 85% из 100, и мне очень трудно себя полюбить, и я не знаю, что с этим делать. Научите меня любить себя, и я не знаю, но это очень трудно, я стараюсь, но у меня не получается ничего. Если у вас есть какие-то вопросы на эту тему, или есть совпадение с этой темой, или у вас есть что-то, то, что вам не нравится, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, мне будет интересно это почитать, и... Да, увидимся с вами уже скоро. Пока.